Через 5 лет процедура регистрации прав на недвижимость почти полностью переместится в интернет, а ее сроки сократятся в 3 раза – до 7 дней. Постановка на кадастровый учет будет занимать 5 дней вместо нынешних 20, а с владельцев недостроя при этом будет проще взыскать налоги. Такие масштабные перемены подготовила Минэкономразвитие. Ключевым моментом программы станет создание единого государственного реестра объектов недвижимости. Все правоустанавливающие документы и кадастровые дела при этом будут переведены в электронную форму. Реализация всех мероприятий программы обойдется казне почти в 60,5 миллиардов рублей.